2 февраля – день воинской славы. В 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В эти дни для школьников Лабинского района проводятся уроки мужества. Учащиеся 7 класса 4 городской школы посетили совет ветеранов. Ирина Городня, председатель горсовета, рассказала ребятам об истории Великой Отечественной войны, о Сталинградской битве, одной из важнейших и крупнейших сражений, которая длилась 200 дней и ночей. Ирина Алексеевна рассказала школьникам и о наших земляках-героях, которые погибли во время локальных войн и борьбы с бандитскими группировками. Богданченко Сергей Николаевич, герой России, школа 28-я станицы Вознесенской, носит его имя. Игорь Валерьевич Маленков. Он служил как раз-таки войскам ФСБ. Спортсмен, борец. Выполняя свой воинский долг, он погиб. Школа номер 1 города Лабинска носит имя Героя России Ростовского Николая Васильевича, танкист. Лабинский район гордится именами великих людей, настоящих патриотов, мужественных и смелых, и передает память о них последующим поколениям. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.